Привет, меня зовут Джош Рэндалл, я же Робот-Кит. Я родом из Бостона, но сейчас в солнечной Калифорнии. Переехал сюда неделю назад и хорошо провожу время. Я занимался разработкой видеоигр на протяжении последних 18 лет. На своем последнем месте я был креативным директором в компании Harmonix Music в Кембридже. Там я работал над играми, начиная с Frequency, Amplitude, iToy Antigraph. Караоке Revolution. Guitar Hero, Rock Band, все части Rock Band. Я также руководил проектом и был творческим директором игры Beatles Rock Band. А после этого я сделал игру VidRhythm, которая позволяет создавать видеомиксы на iPad'ах и iPhone'ах. Давайте начнем с бас-бочки. Все, что нужно, нажать вот эту красную кнопочку. Red blinking button here. Boom. Запишем еще несколько сэмплов и посмотрим, что получится. Boom. Нажмем создать видеоклип и смотрим наш видеоритм. Игра вышла около года назад в магазине iTunes и уже собрала больше миллиона скачиваний. Ну а сейчас я в таком отпуске, развлекаюсь. До Harmonix я работал в компании Looking Glass до 99 года. Когда я туда пришел, я был... Ну, я ходил в художественную школу, изучал видеосъемку и компьютерную графику. Затем мне хотелось найти работу, связанную с созданием музыки. Я делал музыку на протяжении лета, а потом деньги стали кончаться. Что же делать? В газете было объявление: требуются люди для тестирования видеоигр. Платим по $10 в час. Выглядело круто. Я стал работать в Looking Glass игровым тестером. И первой игрой, над которой я работал, был Flight Unlimited. Первая часть? Да, первый Flight Unlimited. От меня требовалось играть в игру, летать на самолете. Летать и пытаться разбить самолет самым изощренным образом. Я осознал, что тестер из меня никакой. Но я умел создавать видео и фильмы, может, я смогу делать что-то еще?
you know, why not, maybe I could help do some other stuff. So they started giving me opportunities, задачи по фотошопу, звукам, и я стал постепенно расти. And I started to sort of like rise up through the ранks. So they started giving me more opportunities. Выполнял все более и более разнообразную работу. Там я познакомился с Эриком Брошиусом, а также с Грегом Лепиколо. Мы быстро подружились. Грег руководил моей работой. Он также написал музыку для игры System Shock 1. Грег руководил аудиовизуальным отделом в фирме. Работал с озвучкой и музыкой к другим играм, создавал различные видео и трейлеры к играм для размещения в интернете. А также создавал веб-сайты, и я стал работать под его началом, помогать ему в работе. Тогда же я освоил видеоредактирование. Потом я работал над игрой Terra Nova. Это была научно-фантастическая игра про космос, и в ней было много видеовставок. На тот момент была очень популярна игра Wing Commander, и в ней было очень много игрового видео. И мы такие: «О, нам срочно нужно видео!» Мы арендовали студию с зеленым экраном и начали там снимать. И моей задачей было редактировать это видео, хромакеить его и все прочее. Вскоре я начал заниматься и музыкой. Я написал кое-какую музыку и сыграл персонажей в игре War 1, а также был продюсером этой игры. Is that you, Kevil? Следом я продюсировал игру System Shock 2. Игру мы разрабатывали совместно с фирмой Irrational Games, но по факту они располагались внутри Looking Glass. Офисы Irrational Games были следом за моей дверью. Продюсер игры, что это значит? Ну, если ты продюсер, то основная твоя работа... Ты решаешь дела с людьми за пределами компании. При работе над вором я решал много дел с издателем Eidos. В случае с System Shock 2 я работал с парнями из Electronic Arts. К примеру, как должна выглядеть обложка и упаковка, какова должна быть маркетинговая кампания, а также локализации. Надо было следить за тем, чтобы озвучка была для французской, испанской, немецкой версии. Все в таком роде. А также я был связующим звеном между нашей командой и командой Irrational. Следил, чтобы мы укладывались в бюджет и успевали по срокам. А расскажи немного об этих играх, System Shock и War. Было ли что-то интересное при создании этих игр? Конечно. Прошло уже много времени, но были интересные случаи. Помнится, в игре War
Было очень трудно создавать игровые ролики, совмещать двухмерную графику в трехмерном пространстве через After Effects. Я был продюсером этих видеороликов. Работал в паре с Дэном Троном. Я заметил, что мы можем делать интересные вещи, анимируя статичную графику в After Effects. А также, если снять на видео себя, наши силуэты, мы можем поместить их в эти ролики. И будет смотреться намного интереснее. Я, к примеру, надевал капюшон и ходил вот так. Затем я отдавал записи Дэну, он обрабатывал их, помещал в видео, и это выглядело потрясающе. Мы продолжали работать таким образом, и, наконец, пришлось сделать обложку для коробки с игрой. У нас оставался только один день. Дэн взялся в самый последний момент. Он взял изображение моего лица, и я вот так вот стал. И я как бы стал лицом вора. Так что это мое лицо на коробке. Было круто. Ты также написал музыку? Для вора? Да, совсем немного. Эрик Брошиус, он большой спец в цифровом оборудовании. Но он больше гитарист, больше рок-музыкант, и у него не было большого опыта с электронной музыкой. А я был весь в электронике. Постоянно включал ему музыку. «Вот, послушай, какая крутая песня!» Я ему как-то поставил трек DJ Shadow, которая вдохновила на заглавную тему игры «Вор». В основном он звучит в трейлере, но также есть разные места в игре с этими безбашенными барабанами. Да, замечательная музыка. Мы слушали много DJ Shadow. «О, нам надо сделать что-то подобное!» Потом засэмплировали всякие крутые барабаны. Писать музыку для System Shock 2 было очень интересно. Там был я, а также еще этот парень. Рамин Джавади. Да, точно. А также Кемал, который также создавал звуковые эффекты. И Эрик как-то говорит, нам нужно писать музыку, но у меня нет на это времени. Может, у тебя есть какие-то звуки, из которых можно сделать электронную музыку? А я, конечно, что-нибудь придумаю. И я записал 6 или 8, правильнее назвать их демками. Набросал их ночами, закинул на жесткий диск. Тогда были такие джаз-диски в 98-м и 99-м. И я их принес Эрику, у которого была система Pro Tools. Он взял мои наработки и порезал на куски. По правде, я думал, что я просто запишу что-то, а он возьмет это за основу и сильно изменит. А он так все и оставил. Я записал демки, он порубил их и засунул в игру как есть.
they are what they are. But I always thought that я не считал их законченными треками, они все вроде были как зарисовки. А он нарезал и внедрил в игру как финальные композиции, но все равно вышло круто. Прикольно то, что музыка динамически изменяется. Если ты в каком-то рубилове, музыка напряженная. Если ты в спокойной обстановке, играет фоновая электроника. Да, это все сделал Эрик. Использовал возможности движка. В зависимости от того, где ты находишься. Если ты пересекаешь определенную черту, запускается энергичная музыка. А если возвращаешься назад, играет снова спокойная мелодия. Он мастер интерактивного саундтрека. А помнишь ли, ты ведь озвучил персонажа в System Shock? Ты сказал одну фразу. Вообще, первый труп, который ты встречаешь в игре, у него есть код 45100. И это был ты. Что, серьезно? Ага. Ну, зашибись. Похоже, я опять должен изменить код в криотеке, а будто мне больше нечего делать. Грасси просто любит нагружать меня работой. Пускай новый код будет. 45-100. Его просто запомнить. Помню, я пробовал соозвучивать разных персонажей, и было просто ужасно. Думаю, они такие, давайте-ка обойдемся без Джоша. Но ты мне напомнил. Теперь я вспоминаю, да, я записывал пару фраз. По 3-4 строчки где-то. То есть мой персонаж дает тебе код доступа? Да, самый первый. Действительно? Круто. Да, первый труп. Замечательно, значит, я первый трупешник. Надо бы поиграть снова и посмотреть. О Хармониксе. Как ты попал туда? Так, как я попал в Хармоникс? В конце разработки System Shock мне очень наскучило. И я понял, что больше не хочу заниматься играми в таком роде. Грега приняли на работу, он перешел в Хармоникс. Он позвонил мне: «Эй, мы тут разрабатываем игру с электронной музыкой, нужна твоя помощь». А я ему: «О, это круто». Я наведался в Хармоникс, посмотрел, да, выглядело круто. А они мне: «Ты вот прямо сейчас нужен». А я: «Ну, System Shock еще не готов». А они: «А, ты очень нужен». Ладно, right, well, дайте мне месяц, и я перейду к вам. Я уволился. Было не очень хорошо, но я покинул компанию до того, как System Shock был завершен.
Просто надо было. System Shock 2 был трудным проектом. Было много эмоций. Наверное, я очень устал и вынужден был заняться чем-то другим. И я ушел. Конечно, хотелось бы дождаться завершения проекта. Оставалось всего пара месяцев. Но я горжусь тем, как все вышло в Harmonix'е. У меня была прекрасная карьера на протяжении 13 лет. Ready? Let's go. Okay, are you ready to go into the water? Yeah. Hell yeah. The Pacific Ocean. Alright, let's do it. One. A real ocean. Okay, let's get some pizza. Okay. USA. USA. А как можешь объяснить людям, не знающим ничего о VJing'е, что это такое? Конечно, в свободное время я VJ и DJ. Мне нравится создавать видео, которые будут хорошим визуальным сопровождением выступлению DJ или группы, создадут атмосферу мероприятию. Я использую различные программы, с помощью которых можно делать видеоремиксы на лету. У меня есть множество видеофрагментов, которые я могу программировать на разные ручки и кнопки MIDI-контроллера. Мне нравится собирать всякие прикольные видеофрагменты и показывать их в форме такого видеоремикса на вечеринках и дискотеках. Довольно долгое время я выступал с местным диджеем в Бостоне на вечеринке под названием Thunderdome. И мы делали вечеринки полностью в 3D с использованием классических красно-синих очков. Это было очень сложно. Никому не рекомендую это делать. Но было прикольно. Так как все были навеселе, прикольно было наблюдать всех в этих очках. It was fun to see the entire audience wearing like the glasses and kind of looking up and things like that. That was fun. But it's just. Но очень сложно создавать 3D контент. Также сложно его проецировать. Then project 3D content in a way that people will still be 3D. So. Но сейчас я отошел от всего этого, хочу заняться другим. Совсем недавно я проводил занятия по VJing'у, созданию видеоремиксов и музыкальных ремиксов. Также стараюсь вносить свой видеоигровой опыт во все это. Добавлять интерактив, к примеру, чтобы люди могли, используя игровой контроллер, создавать из видео и аудиофрагментов различные видеомиксы.
little bit about. Расскажи о своей старой группе IT. Old school band called IT. Oh, sure. Okay. When I was at the Когда я учился в Массачусетском колледже искусств, изучал съемку видео, я основал группу Institute of Technology. Мы были большими поклонниками классических фильмов в жанре космической научной фантастики. А также электронной танцевальной музыки и раннего хип-хопа. А также панк-музыки. У нас было что-то и панковского. Мы выступали в космических скафандрах. Также по краям сцены ставили типа роботов с телевизорами, которые крутили видео синхронно с музыкой. А также мы приносили с собой старые игры для Atari 2600 и подключали этот Atari к роботам. И люди, ожидающие нашего появления на сцене, могли играть в Atari на этих роботах. Мы выступали в Бостоне, в Нью-Йорке. Да, хорошие времена. Кстати, мы были одной из первых групп в интернете. Это было где-то около 94-95. И наш гитарист, он был единственным из тех, кого я знал, у кого была работа в интернете. Для того времени это было очень странно. В интернете на тот момент я видел страницы, состоящие только из текста. А он такой, знаешь, можно ведь подвесить еще и картинки со звуками. Да, это же прикольно. Мы нарисовали такую штуку типа того робота, что мы таскаем с собой по концертам. И этот робот как бы делился с вами звуками, принимал почту, всякие такие штуки делал. Мы получали много отзывов. Даже написали книгу, изданную в Германии. «Музыка в интернете» или как-то так. And it has like a picture of our robot, на обложке был нарисован наш робот. В общем, мы были у истоков интернета в самом его начале. Нам надо сообразить, куда ехать. Терминал? Да. Терминал Б. Окей. А почему робот Кит? Я получил прозвище робот Кит, когда конструировал такой, типа робот. На самом деле это никакой не робот, просто куча хлама, что нам попадался, склеенный вместе. Я сделал робота, который реагировал на звук. Он слушал звук или музыку и мигал в такт светом. Я притащил его на вечеринку приятеля.
И кто-то меня искал. Где этот парень-робот? Робот-кит? О, звучит круто. Это слово прикрепилось ко мне. Я начал его использовать. Это было очень давно. Окей. Thank you, Russian fans. Русские фанаты, спасибо. Так держать.